За полгода оборот розничной торговли в Ульяновском регионе составил почти 100 миллиардов рублей. Это на 600 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на церемонии награждения лучших работников торговли и ветеранов отрасли. Глава региона также отметил особый вклад тружеников сферы услуг в период пандемии. Вы, работники торговли, стали прекрасным наглядным примером того, как следует себя вести во время эпидемии. Это вы первые начали показывать, как применять индивидуальные средства защиты. Это вы первые стали настоятельно требовать того же от окружающих вас людей. Это вы первые стали образцом дисциплины, образцом ответственности и образцом сознательности. Сегодня в Ульяновской области в торговле трудятся 13 тысяч индивидуальных предпринимателей. Свыше 7 тысяч предприятий реализуют продукты питания. Сначала было страшно, паника, неизвестность, но мы преодолели все трудности. И даже наши покупатели, которые приходят к нам в магазин, оставляют нам благодарные письма и говорят спасибо, что вы есть у нас. И только благодаря вам мы как бы тоже преодолеваем те трудности, которые сейчас окружают нас всех. За 6 месяцев увеличилось на сотню общее количество стационарных объектов торговли. Торговая сфера, в частности, вот это одна из тех сфер, которые сегодня не сильно пострадали. И если снижение наблюдается, то в пределах 1-2-3%. И мы на сегодняшний день видим о том, что объемы торговли по году достаточно стабильны. И рассчитываем, что до конца года мы выйдем на 200 с лишним миллиардов по показателю объема розничной торговли в регионе. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с прошлого года для ульяновских бизнесменов проводится серия закупочных сессий в новом формате, непосредственно на территории магазинов. Это позволяет увеличить долю товаров местного производства на полках торговых сетей. Сегодня это в среднем 10% от общего числа продукции. Сеть магазинов правильного питания и экологически чистых продуктов открыла 2 точки продажи в регионе год назад. Товары без ешек и бэшек насчитывают больше 1000 поставщиков. 5 из них – местные производители. У нас есть по качеству технологии, которые каждый товар очень ответственно относится к отбору, чтобы данный продукт нам зашел. Есть, можно сказать, такие ГОСТы, которые нужно требовать поставщикам. И если вся процедура проходит и соответствует нашим требованиям, то данный товар у нас находится на полках. С продуктами на полке торговой сети ознакомился Сергей Морозов. Губернатор интересовала оплата труда и необычная система работы магазина. Так, и что еще есть из особенностей? Миша, из особенностей вашего. Вот мне сейчас расскажут о том, что коллектив может в любой момент там, я не знаю, там освободить директора. Да. Это как-то так необычно. Визовая система управления. Эта концепция заключается в том, что у нас нет директоров на магазине. У нас нет такой штатки там вертикальной, да. А у нас в основном магазин работает автономно. Перепутать местный товар невозможно. На полках магазинов он обозначается брендовым логотипом, сделанным в Ульяновской области. В регионе сейчас также внедряется система мониторинга местных товаропроизводителей в продуктовых и непродуктовых магазинах. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.